объясняет, что если ты знаешь, как правильно извлекать звук из чаши, одетый на голове, ты можешь это делать. Но я этому не учу, потому что много людей допускают ошибки. И все-таки это череп. Если ты будешь сильно прижимать тяжелую чашу, то человек, наверное, будет испытывать головную боль, нежели чем расслабление. Поэтому я, говорит, буду вам показывать вот такую технику.